Добрый вечер, дорогие друзья. Начинаем пресс-конференцию после матча «Локомотива». Главный тренер «Московского локомотива» Марко Николич. Во-первых, добрый вечер. Сложная игра. Сегодня, как и знали перед игрой, что будет. Сегодня команда билась на поле очень хорошо. Эмоциональный матч. Но футбол сумасшедшая игра. Так, последнюю игру Лиги чемпионов против Баварии здесь мы играли супер хорошо. Много моментов, но в конце игры у нас 0 очков. А сегодня не так хорошо, как 7 дней назад, но очка у нас, которая может быть очень важна в конце группы. Так, поздравляю команду с борбом сегодня, с борьбой, и хочу поблагодарить всех болельщика на стадион. Сегодня была очень хорошая поддержка команды, и сейчас продолжаем работать. Там есть еще над чем надо работать и готовиться к следующей игре. Дмитрий Схейн, Радио России. Сегодня вы довольны результатом, а вот качество игры у вас какое больше порадовало, с Баварией или с Атлетико? С Баварией, но это по-другому игра. Эти две команды играют по-другому футбол. И сказали перед игрой, что будет сложная игра против Атлетика. А это было очевидно, что они пришли очень мотивированы сегодня здесь. Хотели забрать 3 очка. По всем это было очевидно. Так, как команда поставила себя на поле. И очень качественная команда, очень качественная атака, средина поля, все. Так, сложная игра. Мы были чуть-чуть счастливы сегодня. И как сказал, футбол – сумасшедшая игра. Когда играешь супер хорошо, не забираешь очки, а сегодня забрали очку. И хочу поздравить команду с этим очком. Может быть очень важно в конце. Добрый вечер. Вопрос такой. Да, по-моему, 90 минут, и всего одна замена была. Это Жамалетина вышел вместо Смолова. Других вариантов освежить игру не было? Слишком короткое скамейка? Всегда есть варианты, но вы знаете, что у нас не так простая ситуация сейчас в команде. Есть травмированных игрока и есть сложный график, и я чувствовал, что так надо сделать замену, как сделал сегодня. Но вернусь я на ваш вопрос. Нормально, мне больше понравилась игра против Баварии, но это первый раз после, я думаю, 4 игры подряд, что Локомотив забрал очку. Сегодня так, с этим надо быть доволен. Хотелось бы теперь понять, вот это вот заработанное очко, оно добавит ли Локомотиву, на ваш взгляд, эмоций, чтобы все-таки в чемпионате уже поправить ситуацию с набором очков в премьер-лиге? Надо, обязательно. Так, я не знаю, как по-другому ответить на этот вопрос. Для меня чемпионат, домашний чемпионат, очень важный, очень важный. Так, понятно, я сказал, это понятно, что все по-другому, что график очень тяжелый, как никогда не был, просто никогда. Это факт, никогда не был так раньше, но нам не надо говорить об этом, но нам надо принять решение. И чтобы команда воскресенье на поле пришла так эмоционально и готова борьбе и дисциплине в игре, как играет Европа. Если можно играть против Салцбурга, Баварии, Атлетика, со много эмоций, желания и дисциплины в игре, зачем нет домашнем чемпионате? У нас был момент, вы знаете хорошо, когда не проиграли, не пропускали ни один гол 6 игр подряд. Это был Зенит Ростов и 4 выигрывали подряд. И тогда двигали се самом верху, как таблица. А это поэтому, что играли с много дисциплины и много желания. Это просто рецепт, как надо играть в домашнем чемпионате. Одинаково, как и в Европе.